Привет, дорогой зритель. Двойная посылка. Там где-то на заднем плане через балкон пробиваются крики Владимира Михайловича. А мы распаковываем. Что в плюсе? Доставили курьером, доставили достаточно быстро, доставили на дом. Это приятно. Вопрос, как все это дело уместить теперь в кадр? Надо подумать. Итак, что из себя представляют сумки? Сумки чем-то похожи на саквояж, с которым раньше ходили врачи. Держали там пилу, если надо отрезать конечность, или что-нибудь еще. То есть вот складывается как саквояж. Если мы говорим про маленькую сумку, то внутри никаких карманов, ничего нету. Сюда можно просто что-то наложить, закрыть ее. Надеть ручку для того, чтобы было бы мягче носить. И снаружи мы имеем три открытых кармана. С другой стороны три открытых кармана, один закрывающийся. А также можно все это дело повесить на плечо. Это касаемо маленькой сумки. Сумка, которая побольше, примерно то же самое, тот же принцип саквояжа, но мы внутри еще дополнительно имеем по три кармана с каждой из стороны. Опять же, можно наложить сюда инструмента. И снаружи раз, два, три открытых, один закрывающийся. И с обратной стороны более больших, раз, два, три кармана. Запаха никакого нету, прошито вполне хорошо. Также имеется лямка на плечо. Цена обоих сумок порядка 2000 рублей. То есть, ну, в принципе-то они не такие уж дорогие. Снизу, чтобы все это дело не шоркалось, есть вот такие вот накладочки. В целом, для тех, кто не знает, в чем хранить ему инструмент, либо работает с инструментом, это будет, наверное, очень даже. Потому что вариантов, чего сюда напихать, ну, очень и очень-очень много. Поэтому сумки вполне могу рекомендовать. За сим, думаю, все. Можно прощаться. Ссылки на них есть в описании. Не забудьте подписаться в группу ВКонтакте. Поставить лайк, перечислить мне 2 миллиона рублей. И посмотреть очередное видео. До скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал «Картавый блогер».